спецоперация при участии Росгвардии прошла молниеносно. В офисе на момент задержания находились 7 человек, 4 мужчин и 3 женщины от 26 до 39 лет. Все они прекрасно осознавали, что занимаются незаконной деятельностью. Мошенники, используя реквизиты и расчетные счета фирм-однодневок, производили кассовое обслуживание, обналичивание денег и иные финансовые операции. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в МВД России по Смоленской области была пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. В ходе обыска были выявлены названия фирм-однодневок и суммы, которые проводились через эти компании. Компьютерная техника, банковские карты, ключи доступа к расчетным счетам, чековые книжки, документация, подтверждающая совершение фиктивных финансовых операций, печати и штампы различных организаций, а также денежные средства. Все это было изъято оперативниками в офисе махинаторов. На данный момент в отношении фигурантов уголовного дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Алина Сазон, Светлана Разганова, Десна ТВ.